Так, ладно, вот такую эпизодическую вещь покупаю иногда. В данном случае торговая марка «Зеленый пакет» для дачного туалета ускоряет биопроцесс, удаляет неприятный запах и уменьшает объем отходов. 1-2 месяца срок действия. Справа нарисован туалет классический, дачный. Вот здесь сердечко над входом. Птичка веселенькая такая, надышалась, наверное. Ну да ладно, смотрим. Биопомощь для вашего дачного туалета. Содержимое пакета разбавить на ведро воды и залить в туалет. Если туалет обезвожен, добавьте воды для эффективности. Повторите обработку через месяц или по необходимости. Состав пшеничной отруби, натрий двуглекислый. И уменьшите процентов микроорганизмов. Ого, стоило в районе 70-80 рублей в этом диапазоне. Но здесь почему-то какое-то странное ведро. Как будто пакет, может, пластиковый, я имею в виду форму, посмотрите, зеленый, откуда вся эта байда льется. Но я не знаю, в принципе, я как-то использовал подобные штучки, даже специально искал. Это, ну, типа, как для дачного туалета. Раньше их посыпали хлоркой, я искал хлорку. Подобные места, ну, не только для туалетов, а туда, куда помой льете, ну, не суть. И что-то это не помогало как-то, подобное брал. Ну, мне так показалось, может, надо вообще много лить, не знаю. В принципе, такой вариант, чтобы запаха не было, надо то место, которое вы используете, хотя бы месячишко в жаркие дни, в особенности по назначению, не использовать то место, например, туалет, либо куда вы слив делаете, чтобы там подсохло, и запах сам по себе уходит. То есть, вот один из таких вариантов, когда не сыпать, надо месту дать, как говорится, отдохнуть. Ну ладно, посмотрим, разбавим сейчас в ведре воды. Я не буду показывать, куда я буду лить, потому что у многих жизнь перевернется, если она увидит, куда я буду лить и что буду делать. Поэтому поверьте мне, сейчас я только засниму, что это все перемешаем, забодяжим. Так, ведро воды я взял. Объемом, сколько в него вошло? Ну, чуть менее 13 литров, точнее, чуть более 12 литров. Грубо говоря, 12. Вот само это средство. Насыпаю его на такого хлебного цвета, сероватого, или как правильно сказать. И разбавлю, сейчас размешаю, посмотрим. Так, нашел одну палку-ковырялку, перемешаю. Может, надо было теплую воду, чтобы лучше, как говорится, разбодяжилась вся эта бодяга, растворилась. Хотя неизвестно, как, наверное, частицы-то не растворятся до конца. А запах какой, запах я не чую. Про вкус говорить не буду, конечно, ну-ка. Ну, что-то запах такой приятный. Ладненько, ну вот вы сами видите, потому что здесь литраж не указан, по крайней мере, я не нашел, в каком объеме бодяжить. Ну и вот так заливается. Но еще раз скажу, все это от лукавого, потому что если у вас там отходы вашей жизнедеятельности, то я не знаю, как там нужно и сколько поливать, надо хлоркой посыпать, либо купить большой этот, как его, доместос, да, и забодяжить его туда, ну, к примеру. Хотя, может, это так и действует. Ладненько. В общем, если подействовало, я напишу под роликом потом. Добавлю о том, подействовало либо нет. Все.